it a big fat. Вершина колдовства. Она кого угодно уничтожит. Ой, как забавно вышло. Я в топе, ты в жопе. Короче, либо ты покупаешь, либо не покупаешь. Этот чарик в охуенном состоянии, только немного гарит. Там жижку залить и все. Разве в своем мире вы не видели грузовичок, который сбил вас? Грузовичок? Уф, как я завелся! Ну, что-то такое там было. Именно этот грузовик и перенес вас сюда. Грузовичок Сан, избирающий герой. Я даже видел пса наполовину лабрадора, наполовину питбуля. Лабрабуль? Нет. Пидор. Я стал дворфом. Сэнши эльфом. Марсель полуросликом. Чилчик человеком. А Изуцуми... Это шо за покемон? Пес-патрон! Еще рано, Макс. И это придает ему сил растолкать весь пенопласт, выбраться на сушу и бахнуть две стопки незамерзайки, чтобы в край не околеть. И, кстати, хочешь, я вам за раз расскажу, как Марк Уолберг кричит? Я спасал эту страну, вы за это должны стоять передо мной на коленях и молиться на меня, блядь. Ехать некуда, санитаром хоть куда. Зачем тебе эти компы? Отдай мышку. Руку нахуй убери! Я всего лишь хочу быть счастливым. Теперь лайфхак для тех, кто не ест мясо, так же, как и я. Берем котлетку. Выкидываем. И отличный бургер получается. Да вообще пиздатый. Знаешь, что сделает этот бургер по-настоящему веганским? Это когда ты в сральник выкинешь не только котлету, но и булку, сыр, сливочный соус и оставишь только это. Реально клевый бутер. Такие бургеры можно на развес на рынках покупать. А лист салата называется. Наш глава, он... Это не ваша вина. Он хочет кондиционер себе в комнату. Для решения этой проблемы нужно время. Скажите, он может подождать до осени? Знаешь, Казума? Да. Давай, мы с тобой. Даркнесс. Ты... И правда себе кубики накачала? Вижу, он кретин. Да. Ну зацимай еще, курва, если... Вещь затромб, курва, да я затромбе. Put the baby down, then we decide what to do with it. So easy. Малыш, не бойся. Тетя не обидит мальчика, не беспокойся. Come on, squirt. Бригадир очень удивится, когда это увидит. Что мы смогли добиться таких результатов. Да плевать я на это хотел. Запомни девиз. Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. Пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Придумала. Я подсажу тебя. Нет. Не недооценивай девушек. Я тебя запросто подниму. Сато. Что-то упирается в затылок. Хороший, добротный член. Все. Готов, пацан. Вот так вот взял нахуй, блядь. И пожарил нахуй очко свое. Все, мангал хуйня. Ну, Саня, вот тебе напарник. Наконец-то, Павел Степанович. Спасибо. Хочешь, чтобы я тебе помог? Тогда спасибо, подожди чутка.
Не достаю. Ах ты ж пидор! У каждого на родине пельмени готовят по-разному. Но они все равно везде вкусные. А, точно! Мы сейчас прямо как пельмени. По-моему, это прекрасно все объясняет. Все сходится. Вы понимаете, насколько сейчас все стало понятно? Древняя тьма в ней поселилась. Мой тебе совет. Утопи ее. Укуси меня, пчела. Так ведь еще зима. Спать. Ты к запретке подойдешь. Помахаешь мне рукой. В общем, они обменивают припасы и зерна на... нового осеменителя. Ну так... ГГ прям явно уже не терпится. В общем, ей достается настолько симпатичный тип, что даже ее беременная подруга прямо перед мужем говорит... Сладкий. Чего? Блять! Эй, кто угадает, почему учитель задержался? Контрольная? Нет, я стал режиссером хентая. А сейчас он здесь, чтобы трахнуть нас. А жильцы улицы Вершила не охуели? Киану Ривза встретил, правда, с чудовищной диоптрией, дальтонизмом, даунизмом, блядь. Ладно, хуй с тобой. Вот мужик, говорят, в «Пацанах» снимался. Хуй знает, где он там снимался, я не смотрел сериал. Брат двойнёрный вот приехал с Чебоксар. Hello, Воронеж. И правда, я желаю стать еще счастливее. Госпожа, ну а... Ой-ой-ой. Кажется, мой день только что стал намного лучше. Отказывайтесь. Синхронизация недуга. Передача. А? Сакра! Я передала вам свой запал. Интересно, что будет дальше? Вот теперь я точно выебу вас в рот. Ты у меня попляшешь, сраный пиздоблядский хуесос. Он злится, когда пьет. Привыкни к аппарату, нахуй. Не топи ты! Ты чё, хуй? Черножопый, блядь! Черт! Тайлер! Зачем ты ей проболтался? Тайлер, что вообще происходит? Я просил... Маты удалось найти молодого человека, которому повезло выжить после двух ударов молнии подряд. В кадрах наружного наблюдения видно, как после ударов герой сюжета торопливо продолжает свой путь. Я бог мне похуй! Я оттуда и пришел, поняли? Я оттуда и пришел, меня этим не напугать! На моих тренировках нужно причитать, чтобы не терять силу духа. Взгляните на Иноски. А я ему и говорю, я президента не выбирал. Кто выбирал, пускай ебется. Ладно, делай, что хочешь. Если понадобится помощь, приходи в особняк с извинениями. Встанешь на колени и будешь умолять господина Казуму! Какое прочное стекло, сука! Ну и хрен с ним. I wanna stop and thank you, baby. I just want... Брось, Макс. Поедешь туда, умрешь. Перевернешься на бок, умрешь. И вот клуб Рагнарок. Опять-таки, знаковое место из игры, которым владеет Люпина и... Мужик, ну не май месяц, ты не замерзнешь? Я понял, все встает на свои места. Тополиный пуш, жара, июль. Yeah.
очень сильно смущает первая вставка с коровой. Типа, причина быть веганом в том, что ты можешь корове в рот свои немытые пальцы запихивать? Для этого, кстати, веганом быть не обязательно. Это может сделать любой поехавший извращенец. Бобер, я передала. Бобр, курва. Яке быдло. Если у нас будут проблемы с эльфами, ты сможешь нам вообще хоть как-то помочь? Что? Почему я? Ты же говорила, что у тебя мама работает в суде! Если что, с эльфами будет говорить Сэнши. Сделаю все возможное. Снимаю шляпу. Это дерзко, элегантно и изящно. Ты что, срать сел? Тут на лавке нельзя срать. У меня ужасная мигрень. Так что я чутка вздремну. Дамы, разбудите меня, когда прибудем в город. Какая же это удобная постелька. И тебя что не смущает, что это гроб? Ну, пора идти. А вот ебанашки. Мы займем либо третье место, либо палату в больнице. Ну а на сегодня у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, остальные соцсети в описании. Ну и спасибо за просмотр.